21 ноября в Зарайске прошли памятные мероприятия, посвященные 103-й годовщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза, командира отдельных разведывательных отрядов Северного и Тихоокеанского флотов Виктора Николаевича Леонова. Согласно традиции, дань памяти героя прошла по-военному торжественно, с митингом и салютом. Четвертый раз в этом году на родине морского разведчика в селе Протекино стартовал легкоатлетический пробег, который собрал любителей спорта Зарайска и военных Коломенского гарнизона, мужественно преодолевших дистанцию от Протекино до памятнику земляку-герою, установленному на территории мемориального парка в Зарайске. На аллее героев все, кто чтит память легендарного зарайца, возложили цветы и венки к бюсту Леонова. В завершении дня в Доме культуры имени Виктора Николаевича Леонова состоялась традиционная тематическая встреча в рамках очередного и теперь уже третьего заседания кают-компании. Ее участники – люди, которым дорога память о Викторе Николаевиче. Тема вечера – 10-й сталинский удар, посвященный 75-летию Петсама-Киркенесской операции. За образцовое выполнение боевой задачи в этом сражении Виктору Николаевичу Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза. Организаторами мероприятий выступили Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль» и администрация городского округа. Почетными гостями первого собрания кают-компании в 2017 году были офицеры и матросы Тихоокеанского флота, служившие в воинской части на острове Русский, история которого тесно связана с именем Леонова. За два года из камерного мероприятия кают-компании выросла в масштабное, расширилась география участников. В 2018 году в ней приняли участие курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова, дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова. В этом году показательные выступления представил военный оркестр Коломенского городского округа. Руководитель – выпускник школы номер один, которая носит имя Виктора Николаевича Леонова, Александр Сарушкин. Валерия Маркович, Анастасия Булатова, Константин Куянов. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.